ЦРЦ «Север», «Видео Приор» и «Виконт Медиа» представляют «Ночь пожирателей рекламы». «Ночь пожирателей рекламы» – это проект, покоривший весь мир. 20-й раз в России, 7-й в Оренбурге. Грандиозное мировое киношоу, которое состоит из показа рекламных роликов, снятых в разное время в разных странах. Уникальности добавляет то, что все ролики показываются на экранах больших кинотеатров в течение всей ночи. Таким образом, наши гости будут подниматься, эскалаторы будут работать все на подъем, соответственно, будут заходить, внизу будет проведена аккредитация, у каждого будет одет свой браслет, и попадая уже в холл, они будут видеть здесь, соответственно, площадки, выставленные уже барчики, здесь можно будет попробовать интересные блюда. В этом году организаторы мероприятия, компания «Виконт Медиа», планируют превзойти все ожидания неискушенного зрителя, сделав программу более насыщенной и интересной. По словам организаторов, каждый метр выбранной площадки будет использован на все 100%. Например, там будет площадка компании NVIDIA, будут выставлены большие плазмы, презентации нового PlayStation. Здесь будет стоять у нас большой бренд-волл, где будут желающие фотографироваться и потом получать фотографии в подарок. Все это сделано для того, чтобы гости в спокойной, приятной обстановке смогли, к примеру, продегустировать напитки или увидеть представленные продукты компаний-партнеров. В этом году у нас будет ведущая Маша Малиновская, которая уже, так сказать, была в городе Оренбурге, немножко в другом качестве. У нее был диджей-сет. Плюс ко всему у нас приедут замечательные фрики. Команда из Кургана, ребята с потрясающими костюмами робота, да, которые будут выступать в роли аниматоров. Как обычно, у нас будут представители индустрии, бармен. Огромная сцена, мощное звуковое оборудование, большой светодиодный экран, шоу и множество интересных площадок – это всего лишь часть «Ночи пожирателей рекламы». Оценив организацию, гости, конечно же, отправляются в кинозал на просмотр основного контента ночи. В этом году выбор не случайно пал на только что открывшийся кинотеатр «Синема 5». 7 кинозалов оснащены лучшим цифровым оборудованием и, что немаловажно, удобными креслами. Все это обеспечивает максимальный комфорт для зрителей. В таких вот новых, хорошо оснащенных и комфортабельных залах кинотеатра «Синема 5» гости ночи пожиратели рекламы уже совсем скоро будут просматривать рекламные ролики в течение всей ночи. Какие же они, зрители и гости, ночи пожиратели рекламы? Прежде всего, это оренбуржцы, которые находятся всегда в тренде, которым интересно новые, модные, интересные мероприятия. Это представители рекламных профессий, это представители СМИ, это руководители. Ну, в городе очень мало мероприятий светских, которые действительно стоит посетить. И для нашего города, я считаю, что такого рода события, оно всегда, так сказать, положительное. Также в этом году уделили особенное внимание VIP-гостям, которых на мероприятии будет немало. Здесь будет находиться VIP-зона. Эти столы, конечно, мы все уберем, здесь будет много места, людям будет очень хорошо видна сцена сверху. Также здесь будет расположен бар, фри-бар с напитками для VIP-гостей, будет расположен фуршет. Внизу здесь будет паркинг тоже отдельно для VIP-гостей, чтобы не возникало никаких проблем с парковкой. Ну и, соответственно, отдельный VIP-вход. Будет достаточно, так сказать, по-светски и интересно. И опять-таки спасибо нашим партнерам, которые всячески помогают нам реализовать наши задуманные идеи и планы. Ночь пожирателей рекламы. Ведущая ночи Маша Малиновская. 23 ноября. Суббота. Новый киноцентр «Синема 5» в ТРЦ «Север». Подробности 55 55 05.